Доброе утро! С вами программа «Канал Максимадзе». И сегодня у нас вновь рубрика на игру «Как достать соседа». Точнее, моды на игру «Как достать соседа», которые присылают подписчики или просто гости канала. И сегодня мы смотрим мод. Первый мод, который я снимал на «Как достать соседа 2». Именно на второй, когда соседа наконец-то моды появились. Но прежде чем мы приступим к его просмотру, должен сказать несколько слов. Во-первых, я подстригся. Во-вторых, извините, что вчера не было видео опять. Ко мне в гости Леха с канала «Чё хочу, то врачу» пришел. Мы там монтировали ролик для его канала, потом еще в Mortal Kombat играли. И в итоге ничего не успел я. Ну и вот такие дела. Ну и третье. Такая вот небольшая нейтральная новость. Для вас она, может быть, будет не очень. Но для меня нейтральная, может быть, так сказать. Короче, в скором времени, где-то через полмесяца, может быть, роль или раньше, или позже, не знаю. Ролики, на которых... У меня видео, на которых есть жалобы на нарушение авторских прав, будут удалены с канала и перемещены на новый канал. Я создам еще один канал, который будет называться «Максимадзе удаленные видео». И на него я перемещу видео с авторскими правами. Это нужно для того, чтобы мне подключили монетизацию. Потому что монетизацию мне YouTube отказывается подключать из-за того, что есть ролики с нарушениями авторских прав. И вот я таким способом решаю избавиться от этих роликов и устранить нарушения. А чтобы эти ролики не пропадали, я просто перемещу их на другой канал. К сожалению, среди таких роликов есть и предыдущий мод на «Как достать соседа». Но таких роликов, на самом деле, слава богу, не так уж и много. Около 30 штук всего. Или, может, и меньше даже. Ну и ладно. Вы не расстраивайтесь, эти ролики никуда не пропадут. Также эти видео, если этот ролик, который будет удален, будет в плейлисте в каком-то на канале, он там останется. Ну как останется? Он-то сам там не останется, но я на другой канал залью, из другого канала в плейлист помещу. Так что в плейлистах на основном канале их можете находить. Будете потом. Все-таки на YouTube-то люди приходят, чтобы там зарабатывать, не просто ролики выпускать. Так что, для этого монетизацию надо подключить и участвовать в партнерской группе. А я не могу этого сделать с роликами на нарушение авторских прав. Поэтому и вам, дорогие зрители, я тоже говорю, присылайте вот мне моды на игру «Когда соседа». Пожалуйста, не присылайте мне моды, где есть музыка с авторскими правами. Пожалуйста. Договорились? Ну ладно, приступаем. Включаем музыку. И это ремейк от Игоря Че. Какой-то ремейк от Игоря Че на «Как достать соседа 2». И тут написано: спасибо тем, кто прошел первую часть ремастера. Максимадзе, Максим Артемов, это, конечно же, я на первом месте, причем стою. Эндран Сэм. Вот здесь Y, а здесь U, вот это неправильно написано. А тут Эндрю Сэм он зовут, а тут Эндран Сэм. Андрей Сулименко. Кореш Студио, Кирилл Дятлов и Офисел Зелеел. Самый популярный среди этих четырех. Игорь Шацкий. Авторы оригинальной игры. Погнали. Здесь всего 2 или 3 уровня, по-моему. 2 всего. Будем ждать полную версию. Здесь уровней всего пока 2. Но давайте попробуем. Короче, все на борту. Билет на большой круиз даст соседу забыть про Уди, но все же наш герой тоже отправляется за такие же каникулы со своими ребятами. В этом эпизоде ты пройдешь обучение готовность пакости. Погнали. Пакости всего лишь 3, а не 4. Добро пожаловать
на первую пробную версию эпизодов ремастера «Соседей из Ада 2». В этом уровне ты узнаешь про управление и как делать пакости соседу на отдыхе. Хорошо. А мы... А где мы? Ты будешь управлять Вуди при помощи кнопки мыши. Так, точку экрана. А, нифига себе, мы отсюда даже приходим, нифига себе, прикольно. Так, вот, прокрутка. Портрет есть, вот это еще есть. Открыть сундук, окей. Кстати, немножко новостей, вот, на стриме я последним узнал. Напоминаю насчет стримов, что у меня новый отдельный канал для стримов. Называется Максимадзе Стрима, он, ссылка на него есть в описании. Также эти стримы записи стримов, которые были проведены на этом канале, можно посмотреть не только на канале Максимадзе Стрим, но и на основном канале в плейлисте стримы. На этом канале, который вы сейчас смотрите, в плейлисте стрим можно будет найти записи стрим. Надеюсь, вам это будет удобно. Так вот, на этом стриме я узнал, что Эндрю Сэм, вот этот, который конкурент мой, так сказать, можно сказать, который тоже моды снимает, объявил, что собирается уходить с Ютуба. Ну, во всяком случае, Игорь Чем не так сказал, даже переписку показал. И, собственно говоря... Скорее всего, это не пранк, это абсолютнейшая правда. Как он говорил там в переписке, что у него просмотры начали падать. Так, косметичку осмотреть. А, пилой будем пилить? Ого, нифига, даже пилу он вставил в мини-игру. Прикольно. Прикольно, прикольно, вообще прикольно, серьезно. Ого, ключ есть. То есть мы не просто взламываем, откручиваем, мы открываем ключом. Интересно, интересно. Короче говоря, как у него там дела? Вот он когда-то раньше обгонял меня по просмотрам, но по подписчикам отставал почти в два раза. У него там 500 с чем-то подписчиков. У меня более чем в два раза больше, чем у него. И просмотры начали постепенно падать. Можно сказать, у меня карьера идет в гору, а у него вниз. Не буду, не хочу хвастаться, конечно, но похоже, что это так. Будет, конечно, очень жаль, если он уйдет. Неплохо снимал, хоть и матерился, конечно. Но все-таки. Эх, статуэтку даже не заработали. И еще один уровень называется «Остановка номер один». Первая страна в этом круизе – Китай. Сосед сразу же остановился на пляже. Ольгин сынок играет с кораблем, и кому-то же мешают эти крики. Но Вуди это не проблема, он же и устроился на этом месте. Ого, бассейн какой здесь, с краном еще.
Тут тоже всего три пакости, к сожалению. Но тем не менее выглядит неплохо. Пока что мне все нравится. А почему щипцы? Недоделка небольшая. Ну, демо-версия, так что простительно. В будущем это все, я так понимаю, исправлено будет. Так, раз пакость, вот это вот, два пакость, три пакость. Стоп. Туда нельзя пройти? Охренительно. Туда нельзя пройти, охренеть. Иди туда. Как так-то? Еще и жизнь потерял. А как это тогда пройти, алло? Пока он холодильник, краба в холодильник положить нельзя. Понятно. Убежать от соседа тоже нельзя. Неужто краба надо сюда положить? Блин, камеру надо было отключить в настройках. Тоже нет? Нет. Нет. Странно как-то вообще, честно говоря. Туда почему пройти нельзя? Ну, потому... а, ну камни мешают, конечно. Но почему нельзя краба-то положить в холодильник? Неужто туда надо? Нет. Короче, непонятно вообще ничего. Куда краба совать, непонятно. Да вы чё, серьезно? Ну я же не успею это сделать. Я же это не успею сделать никаким способом. Вот никаким, серьезно, не успею. Если я пойду туда еще раз, краба нельзя положить в холодильник. Так, давайте закончим на этом уровне, потому что что с крабом делать непонятно. Недоступен, недоступен, недоступен. А если нажать, что будет? А, ничего не будет. Ну, короче говоря, как бы нам оценить такой мод? Мод, в принципе, неплохой. Ну, для демка-версия, понятно, демка-версия, она слабенькая.
куда и что с крабом делать, непонятно тоже. Где третья пакость на том уровне, непонятно. Поэтому плюс и минус. Мод слабоватенький. Ну понятно, это демка версия. Ждем полную версию с нетерпением. Ну что ж, я иду навстречу следующему моду. А хороший ли он или так себе, мы узнаем после рекламы. Дорогие друзья, я продолжаю рекламировать канал «Чего хочу, то и ворочу». Пацаны Лёха и Витя тут снимают про свои различные приключения и про свою жизнь. Они часто в основном готовят различную еду. Но помимо еды они снимают и другие интересные видео. Наверное, с папой, наверное, на такси, наверное, свинину купить. Я предполагаю. У меня еще, кстати, есть курица цельная. Разделаем, также замаринуем и на решетке, как в тот раз, крылья сделаем. Конечно же, тут и смешные моменты так, есть. Иногда на канале бывают совместные видео с каналом Максимадзе, то есть со мной, а также с каналом Полное ТВ. Ну и в конце концов, часто он проводит стримы, на котором он общается со зрителями и отвечает на вопросы. Жалко только, что он их не сохраняет. Так что переходите и подписывайтесь на этот канал. В эфире интернет-канала Максимадзе, и мы продолжаем. Следующий мод на первого когда соседа, конечно же. Называется Easy Hard Mod Mod. Easy Mod Hard Mod. Типа, версия бета 2. Авторы у нас Бордач Борис, создатель этого мода. Такие вот настройки, здесь нельзя ограничения по времени убрать. Так, такой вот катер врезается здесь у нас. Анимированная картинка. Вот так вот выглядит страшновато. С 4 уровня тут всего. Так, смотрите, это легкий мод, а это сложный мод. Ну давайте посмотрим, тут, конечно, 2 уровня всего. Первый уровень, любопытный сосед. Так, здесь вот это вот то же самое, а тут написано эксперимент. Ты не можешь зайти в туалет. Но попробуй этого сделать. Давайте. Интерфейс такой себе, конечно. Оранжевый. Красный. В ванну-то я могу зайти? А, стоп, чё? Как так-то вообще? О! Мы вошли сюда? Нифига. Интересно, интересно. Только тут темно и не видно ничего. Ну и все, пошли отсюда. А теперь ответьте мне на вопрос, как отсюда выйти? Такие вот, короче, у нас дела. Дело в том, что кнопка Escape не работает, выйти в меню нельзя. Короче, единственный выход — это перезапускать игру. Чик-чик. Да, действительно пришлось перезапускать эту игру. Стоп. Не надо. Не учли авторы игры, что если в ванной застрять, то единственный выход, единственный способ выбраться из игры, это выйти в меню, это перезапустить игру. Блин!
и чё, и как? Понятно, у нас идет уровень, как в серии Катамарио. Ну и экранчик меню, кстати, неплохой. Прикольно выглядит. Ну, уровень как будто из серии Катамарио. Так, следить за соседом эксперимент. Сделай пакость с телевизора и жди, пока сосед после крыши не придет в гостиную. После какой крыши? А сейчас опять игру перезапускать придется, наверное. А, стоп. Крыши действительно. А куда? Вот еще не непонятно вот толком, где он сейчас окажется. Так и думал. О, да, это жесть. Это какой-то очень странный мод. Проходит сквозь двери сосед. Сделал ли пакость с телевизором? Ты что творится-то, а? Ничего не пойму вообще. Нет. А, ну давай сюда. А. Вот надо было так сделать, ну ладно. А, ему вообще пофигу на телевизор. А как насчет микроволновки? Бежим. А на микроволновку не пофигу. А, нет, теперь сработало. Сосед дьявол. Жесть какая-то тут творится, серьезно. В шкаф спрятаться нельзя. Это, конечно, очень плохо. Ой, что я делаю? Это странная лестница, дверь сквозь нее проходит.
Так, ну этот уровень мы прошли. Тут, не, тут подвоха практически не было. Ну, кроме вот этого кресла, правда. Которое не исправили. Так, hard mode, level 3. Здесь никаких подсказок нет новых. Смотрим. Шкаф есть. Сюда нельзя зайти. Я так понимаю, единственный способ это пройти на кухню и заманить соседа сюда сначала. А, он быстро ходит. Повезло как. Так, действовать нужно быстро, я так понимаю. Все, бежим. Как можно скорее. Ну и четвертый уровень. Первый хрен пройдешь, а второй, а вот этот третий, четвертый точнее уже. На мокрые плитки и так, новых подсказок также нет. Ну давайте посмотрим. Если мы сейчас этот уровень пройдем, будет офигенно. В шкаф можно спрятаться. В эту дверь зайти нельзя. Сделали. Ну, он там долго в ванной торчать будет, это точно. Времени у нас полно. Ugh.
Так, 25 секунд. Думаю, что мы успеем. Пирог быстро согреется и все. И все, этот уровень мы тоже прошли. Ну что ж, такой вот мод. Тоже, видимо, не полная версия пока. Первый уровень, хрен как пройдешь, я не знаю. Ну и как бы нам его оценить? Мод получился хороший. Выглядит, сделан так себе неплохо. Первый уровень, это тот уровень, который троллит. Как в Коте Марио. Ну что ж, на этом все. Ссылки на оба мода будут в описании. Ну а сегодня... Так, да, это все. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, с подписозы. А с меня эпичные видосы. Повторяю еще раз. Не пересылайте модов с авторскими правами. Во всяком случае, старайтесь так не делать. Подписывайтесь на стримовский канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока.